Так, парни, всем привет. Сегодня мы продолжаем суперкроссить, но поедем на тренировочной трассе в каньоне в Америке. Видите, я пришел восьмой, пятый, но потом в конце будет восьмой, что я пришел. Короче, проиграл 2 секунды. Трасса это не суперкроссовская, это скорее мотокросс. То есть большая, длинная трасса с огромными прыжками, с препятствиями. Короче, и скоростная. Короче, будем убиваться. Так что погнали. Короче, трасса очень сложная. Очень сложная, но мне понравилось. И разнообразие такое, вместо суперкросса можно покататься по каньону, да. Мотокроссы. Можно устроить соревнования. Не просто потренироваться, а можно устроить соревнования. Как бы вот так. Что ж, погнали. Погнали. Блин, ну как они так меня обгоняют, да? Ну весь мой, уже мотоцикл весь прокачал, и все равно обгоняют. Очень интересная трасса, мне очень понравилась. Раньше, видно, на этом месте добывали сланцевый газ, а сейчас сделали трассу для мотокросса. Отравили всю землю, стала непригодной, и остается на ней только гонять. Блин, какой упрямый, а? Смотрите, я его догнать не могу, блин. Напрямую просто догнать не могу. Ну, буду ждать его ошибки. Завалю при первой возможности. Блин, прыжки, да? В реальности было бы страшно, что, блядь, до обосрания. Все, чувак, я же сказал, не путайся под ногами. Очень странно было бы, конечно, если бы они отдали эту трассу для тренировки, нельзя было бы устроить соревнования. Очень хорошо, что сделали, что здесь можно устроить соревнования. Прикольно. Трасса мне очень понравилась, она очень прикольная и очень сложная.
Но эти пуфики не такие тяжелые, поэтому, в принципе, я видел, как люди мотокроссмены сбивали, и, в принципе, без каких-то определенных сложностей просто, ну, толкают их и едут дальше. Классно, классно, мне очень понравилось. Разбавили, так сказать, суперкросс немного мотокроссом. Есть здесь и скоростные прямые, вот как это, длинная скоростная. Вот в этом прыжке я боюсь делать скраб, потому что он неудобный. Боком я залетаю на трамплин. Так, 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 так. Ну, нормально. Так, это последний круг, парни. Так, все, парни, это последний пару поворотов, и все,
Я вроде бы победил. Замечательно. Замечательно. Классно, да, да еще с лучшим временем. Классно, вообще замечательно. Хотя в квалификации они минута 29 показывали с чем-то. Но вот в гонке им не удалось. Ну что ж, парни, смотрим повтор. Красиво я этого обошел, да? Прикольно. Да, он срезал. Я когда там срезал, меня возвращало обратно на трассу на тренировке. А этим можно, блин, там срезать. Знал пиндос, с кем связывался. Скрабик. Вот на этой трассе это 25 номер, которого сейчас сбил. Постоянно. Он и первое место в квалификации. И в гонке постоянно меня терпанил. Достал нам. Ну я не специально, конечно, его сбил, он там ошибся и мне под колесо просто попал. Я на харде, все по жесткому. Красиво так с заносом, да? И раз прямо в пещеру. Прямо как 3Х на мотоцикле.
Жалко, что здесь не дают никаких призов, ничего такого. Так, такая свояцкая гонка. Собрались парни погонять в каньоне. Помериться, так сказать, своими конями. Здесь ошибку я сделал, широко вошел и скорость потерял сразу, видите, чуть-чуть и не долетел бы. Так, это вроде бы последний круг. Да. Здесь ошибся тоже. Так, все, парни, это финиш. Ну все, парни, давайте посмотрим награждение. Я буду прощаться. Всем удачи, всем пока.